Сегодня православные отмечают медовый спас. В Бендерах на площади развернулась медовая ярмарка. Горожанам предлагали мед из акации, майский мед и мед с орехами. Алина Ганган с подробностями. Мы приехали на медовую ярмарку в Бендерах. Здесь ее организовывают каждый год в большой православный праздник «Медовый спас». Скажу честно, приехали мы, чтобы наесться меда и найти тот самый, который пользуется популярностью. Сам этот праздник, он пришел к нам с древности, еще с начала времен христианских. И люди молились о здоровье в первую очередь. А медовое освящение – это уже нам во исцеление. Что сегодня делать? Нужно купить мед, пойти посвятить его. Потом пройти домой и покушать. Угостить всех. Какой мед выбираете вы? Цветочный. Почему? Ну, вот я попробовала, он вкусненький, ароматненький. Весь мед, который на этом столе, весь настоящий. Это самое главное в меде. Так, давайте объяснять, что такое настоящий мед. Если пасека расположена в нужном месте, так. Если пчелы здоровые, если район благополучный. А расскажите мне, вот вижу у вас вот это что-то. Это прополис. Прополис. Да. Пчелы его используют, это как дезинфектор улья. Это для лечения. Делают настойки, на спирту можно делать, можно на масле делать. Самый вкусный у нас есть майский, акация с боярышником, липа ароматный, гречишный, майский полевой, очень вкусный, все фруктовые деревья, 90 килограмм, разнотравье, лесные травы. Что больше всего разбирают? Каждый по-разному. Есть любимчик? Да, конечно. Самый больше берут акацию, майский. На бедовой ярмарке особенно разбирают вот эти баночки с орехами и медом. Вы только посмотрите, как заморочились продавцы. Они выложили орехи вот рисунком. Здесь, например, цветочек. А еще особым спросом пользуются вот эти баночки. Это крышечки сот. Их разбирают те, кто болеет бронхитом. Так, рассказывайте, у вас здесь на прилавке есть вот такие вот мешочки. Что это такое? Это цветочная пыльца. Это пчелки собирают с цветов. Это кладезь витаминов, можно сказать, вся таблица Менделеева. Потому что тут жиры, белки, аминокислоты. Просто вот так по чайной ложечке в день съедать. Учите меня торговать медом. Есть какие-то секреты, как это нужно делать? Да, в принципе, нету секретов. Люди спрашивают, ты говоришь цену, рассказываешь, что, какой тебе мед. Что входит, где качал, как и все. Ну вот вы рассказали, а я это ничего не знаю. Пока покупателей нет, пробует корреспондент СВ. Так, я хочу попробовать майский. Сколько не жалко. Так, дайте мне большую ложку. Красота. На любителя. Кстати, от меда поправляются? Да вроде бы нет. Вроде бы нет. Да. А я вам верю. Заходи, честной народ, на нашу ярмарку медовую. Заходите, пробуйте. Есть разный мед. Есть майский. Майский, все 100, есть. 100 рублей килограмм есть. Кажется, нам уже пора прощаться, потому что я уже наполовину состою из меда. Что хочу сказать, ярмарка прошла сегодня и пройдет еще раз 19 августа. Тогда будут праздновать яблочный спас. И на ярмарке появятся еще и фрукты. Алина Ганган и Александр Зелинский. ТСВ.